у меня была логичная теория, потому что мне предложили полетать после обеда. Как человек, который раньше никогда не летал, я решила, что после обеда это вряд ли самая лучшая идея. От погоды сильно зависит, как сложится. Нет, я в плане того, чтобы поесть, если ты не знаешь, тебя будет укачивать или нет, после обеда это, в плане наверное... не времени, а в плане да, получше. Да, понял, да. После обеда не стоит. Вот я так же решила. Иначе мы будем кормить этим обедом всех чаек или что-то вокруг. И в новом Гудаури, и в старом Гудаури, и везде, где мы прилетим. Не качал, нормально все. Нет, все хорошо. Самое главное.